привет! Привет, друзья! Ну что, с вами мама Сани, мы на канале «Мы Сани». Мы приехали с Саней в ипподром. Как всегда, очередная тренировка. Извините, что мы не выходим уже в эфир. Наверное, вторая неделя. Нету когда, времени нету. Учимся, тренируемся. Ну и как-то у нас, наверное, уже теперь начался такой период, что Саня сама не очень хочет уже камеру брать в руки и что-то показывать. Ну, значит, мама будет заниматься этим, да, делом. Мы, как всегда, на тренировке. Сейчас я вам покажу. Вот за мной. Видите, что делается. Как всегда, девочки и ребята упражняются, делают тренировку. Как всегда. Сейчас я вам покажу и свою девочку. Вот подъехала. Вот она сейчас выйдет. Давайте, может, вот так. Вот. Я, как всегда, в нашей комнатке сделала себе чаек. Ну, сейчас она выйдет, а я давайте тогда за ней. Давайте в комментариях пишите, как живете, потому что мы давно не виделись с вами. У нас как бы все по-старому. Давайте в комментариях пишите, как коронавирус, боитесь вы его или нет. Нас спасают тренировки. Да, мы выходим на свежий воздух, и мы ничего не боимся. Ну давайте. Сегодня Саня получила другую лошадку, потому что у нее своя немножко отдыхает. Вот поэтому. Ай, нет! Там другая теперь женщина катается. Я смотрю, вот она сегодня получила немножко больше. Она иногда боится эту лошадку. Это он, да, жеребец, но молодец. И очень красивый. Смотрите, сейчас я покажу его. Хочу запечатлеть вам, когда она начнет уже кататься по-настоящему. Так что пока. Так, покосись, он всегда. Спасибо, Идя, деда. Савля. Спасибо, Идя, когда это дает. Привет, мисс Аня. Привет. У нее вот, видишь, глаз. Привет, Синдрела. Наша Золушка, да, по-русски называется Синдерелла. Да. Золушка. А ты на Золушку совсем не похожа. Ты прям вся королева. О, то это у нас этот. Запах какой-то интересный тут очень, да, Саня? Так помыли же все. Куда пошли? Давай дальше пойдем, они же все ждут. Давай я подниму. И повторяюсь ей дать. Ничего. Пошли к нам.
скажи. Ну все, давайте, все, давай. Жмали, какая красота. Привет, ну свикрас, Ленокс и Пампас, ну Грошоль, привет. Ах, ты наш красавец. Соскучились по тебе, да, по твоей ласке. Ты такой ласковый весь, молодец. Все, привет. Давай мне этот мешочек, я потом выброшу его. А ты снимала, как я? Да, я немножко взяла на камеру, но там просто потом, знаешь, музыка начала играть. Ага. Ну, пошли. Ну, давайте. Ой, сколько вас тут сегодня, друзья. Всем, всем хорошего вечера, да? Отдыхайте все после тренировки. Ой, какой красивый. Какой красавец. Ой, какой у него красивый окрас. Ой, как он на тебя смотрит. Смотри, Саня. Красивый очень, пошли, очень сколько. Красивый. Ну все, опять кашлять начала. Пошли, так мы уже поехали. Да, сейчас я выброшу. Давай ты, Саня, сходи, выброси там в этот так, мусорный ящик. Нет, давай я так. Да, я поеду просто. Пошли, пошли. Ставим лайки, подписывайтесь. Всем пока. Пока-пока, Саня. Пока-пока всем, друзья. Ну что, давай, Саня, выходи. Ата-эрта, мужики. Ата. 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 Натуре мне. Ата. Ну, в машине есть у нас вкусняшки, да, Саня? Нет. Нету? Есть в багажнике. Там целый мешок. Я же тогда как купила в этом багажнике. Там. Смотри, еще как светло, да? Скажи. Так, все, пока. Смотрите все, короче, как светло еще. У нас, смотрите, уже сколько, вот, 18 часов, да, значит, 6 часов вечера, да? Да. И посмотрите, как еще светло, мы вообще в шоке с Аней. Потому что мы всегда отвыкли. Уже, когда вы отвыкли, выезжали с тренировки, всегда темно. Уже было совсем темно-темно, да, Саня? А теперь светло. Ну, конечно, тут через окно такие пейзажи не очень, может, цвета такие, и тут вообще деревеньки такие, потому что тут этот весь комплекс стоит в такой, как деревня называется, я даже не знаю, ну как район какой-то тут, да, но тут, видите, жилые или дома, так вообще так тут нету населения, так много. Ну, много нет. Да, много нет. Ну вот, короче говоря, все, друзья, ставим лайки, подписываемся, всем и пока. Всем